Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Для крутых хакеров советы, которые последуют, покажутся детским лепетом. Но большинство пользователей Android-устройств не очень-то задумываются о безопасности. И эти простые правила цифровой гигиены могут вам сильно помочь. Единственная проблема — у Android нет какого-то единого вида. Кроме того, что есть разные версии, есть еще и разные оболочки. И на разных телефонах все может выглядеть и называться по-разному. Но тут уж ничего не посоветуешь. Ищите примерно там же и то же. Итак, первое — это пароль на блокировку экрана. Тут даже говорить не о чем. Понятно, что оно должно быть, безусловно. Отпечаток пальца вполне подойдет, но если вы находитесь в зоне риска, вот прямо знаете, что на вас объявлена охота, лучше использовать пароль. Это на случай кражи или потери телефона, чтобы злоумышленник не получил доступа ко всем вашим данным, включая доступ к кредиткам, к аккаунтам и так далее. Кстати, в случае пропажи телефона есть сервис Google по поиску или блокировке. Сайт android.com/find. У вас должна быть авторизация телефона в Google и включенная геолокация. И еще небольшой ряд условий, ссылку на справку в Google по теме оставлю в описании. Вот он находит местоположение телефона, Google советует самостоятельно не пытаться его вызволить, если он у злоумышленников. Если понимаете, что он где-то рядом, можно на него позвонить. Звонить он будет громко, даже при отключенном звуке. Дальше можно заблокировать телефон и выйти из аккаунта Google, или вовсе очистить все данные из устройства. Это на тот случай, если вы уже с ним фактически попрощались, ну то есть шансов найти и вернуть уже нет. Два последних пункта я не пробовал, пока необходимости такой не было. Далее пин-код на сим-карту. Точнее, даже не так. По возможности не оставляйте номер телефона приложениям, которые используют его для сброса пароля по SMS. А если уж оставили, то поставьте хотя бы пин-код на сим-карту. Поскольку сим-карту можно вставить в другой телефон и завладеть всеми вашими аккаунтами, которые могут сбросить пароль по SMS. Не помню, где я его ставил. Возможно, когда его нет, телефон сам предлагает его установить. У меня просто он уже стоит. Дальше обновление. Чаще всего приложения, если в них вскрывается уязвимость, сразу же пытаются ее как-то устранить и выпустить защищенную версию. Поэтому за обновлениями нужно следить и лучше поставить автообновление здесь. Например, в случае подключения к Wi-Fi, если у вас платный мобильный трафик. Также нужно обновлять систему. Если вскрываются дыры, разработчики их устраняют и выкатывают обновление. Также здесь в настройках лучше включить автообновление, если оно не включено. И еще нужно зайти на Play Market, если вы пользуетесь им для установки приложений. Я думаю, сейчас кто-то подумал, конечно, им, а чем же еще. На самом деле еще есть Яндекс Store и, например, F-Droid — каталог свободных приложений с открытым исходным кодом. Но мы ограничимся самым распространенным — Google Play. И здесь в настройках также нужно посмотреть, включено ли автообновление приложений. А также хорошо включить Play защиту. Можно сказать, что это аналог антивируса от Google. И дальше опять идем в настройки и посмотрим. У меня тут в системе устройстве, у вас может быть по-другому, но это где-то где про безопасность. В расширенных настройках нужно зайти в конфиденциальность. И здесь проверить, запрещена ли установка приложений из неизвестных источников. По умолчанию она вроде запрещена, но лучше проверить. То есть должно быть вот так, выключено. Вообще в конфиденциальности можно посмотреть и другие настройки, но мы перейдем к Wi-Fi. Здесь внизу есть расширенные настройки. Можно отключить, если включен постоянный поиск сетей, это будет меньше сажать аккумулятор. Еще можно заглянуть в сохраненные сети и удалить все, где вы больше не будете появляться. Зачем носить с собой лишний груз? А если вы расшариваете точку доступа, то обязательно с защитой и хотя бы относительно приличным паролем. И в целом можно сказать, что для первичной линии обороны этого достаточно. Еще есть люди, которые добиваются root-прав, то есть корневых основных прав на Android. Потому что обязательно вот нужно залезть внутрь и что-то там подправить. Но если вы разблокируете загрузчик и полезете что-то править, то дальше последствия могут быть непредсказуемыми. Это с большой долей вероятности снизит защиту, а то и вовсе превратит девайс в нечто не поддающее признаков жизни. Так что без крайней, по-настоящему крайней необходимости, я бы вам этого делать не советовал. Мне кажется, следовать этим простым правилам несложно. Большую часть можно настроить прямо сейчас.
Вообще, это советы от Сергея Смирнова, специалиста по цифровой безопасности. И в описании я оставлю ссылку на другие его статьи на сайте Теплицы. Там много полезного. Все, любите друг друга, живите в защищенном цифровом мире, но не превращайтесь при этом в параноика. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать о Теплице социальных технологий.